друзья, с вами, как всегда, Кофи Хайпер Клэнс Эксел, и сегодня мы играем в GTA 5 онлайн! Всем здорово! Кукурузики народец! Тра, народ! Всем здорово! Так, ребят, сегодня мы играем... Оооо! Нет, стой! Прошу тебя, прошу! Писька! Я люблю риски, только сегодня писька. Это стоп, фейл! Хорошая начала. Вы видели, как я понял. Ну что, давайте это самое побмиксим, пожалуйста, немножко. В смысле, побмиксим, мы сейчас затянемся за самолет. Конечно. Вы понимаете, что вы даже и, ну, наверное, 500 метров точно не проедете. Ой, так, не с другой стороны, вроде надо заходиться. Так, ребят, мы сейчас будем впервые играть на таких самолетах. Это новые, буквально недавно. Свежеиспеченные у нас. Бро, куда? Сори, ну да, самолеты новые, буквально недавно их добавили, скажем так, их тестировать. Вот, ну и тестировать, причем на том, что будем сбивать всех остальных. Слушайте, у меня есть план. Ладно, пока не будем поддерживать эту тактику. Так, давай, вот сейчас собью. Я упал. Ясно, что за гном? Меня убьют. Тихо. Так, нет. Ну да, вот так вот берешь, знаешь, вот. О, пожалуйста, отомсти, знаешь, кому? Меня Тоха убил. Убить Тоху. О, вижу чуваков, давай! Да! Так, расплющил кого? Кликеры расплющил, отличненько. Так, ребята, на второй круг, на третий даже уже заходим. Сейчас будем. Ой, братишка разбился. Ой, чуть-чуть еще было, бы я забил. Задел вообще. Спасибо за контент, ребята. Тихо. Слушайте, самолет, конечно, управляется достаточно тяжело. Он какой-то вообще непонятный. Вот вроде, когда у него шасси спущено, он какой-то нереально тяжелый становится. Опа! Вижу цель! Как же так? Ё-моё! Стоп, подожди, Илья, ты живой? Я мертв. Я понял, Хайпер, ты живой? Нет. А Паша? Паша, я понял, Паша умер, понял. Так, ладно, хорошо. Сейчас развернемся и попробуем еще кого-нибудь сбить. Бро! Ладно, я понял. Это просто, это судьба, это... Ты самый лучший, Олег, это, это круто, я обожаю, когда такое происходит, это... Просто ладно. Я налог тебе взад. Так, у нас очередной раунд на БМХ, я пойду белый возьму. Белый. А ты ж обычный черный цвет, так, Илья берет белый, ничего себе, У меня черный и белый цвета сигнатурки. Ладно. Ребят, я тут немножко приофигел, но я возьму сейчас это, вот этот большой самолет и вас врежу. Не-не-не, ничего не знаю, так, все, в этом раунде мы по-любому должны доехать. Ехать до конца. Прям 100% мы доберемся до конца и победим всех. Вот, нас. Офигеть, это что сейчас было такое? Нет, я не долетел с этого, ну что, пацаны, следующий раунд. Сейчас я вас порву, а вы меня не отступаете. Так, вот, какой бы самолет. У нас прям такое разнообразие. Все разноцветные. Ладно, вот, ладно, сяду. Но это что-то более похоже на зеленое, поэтому сядем сюда. Вот, это больше какой-то аквамариновый желтый цвет. Все, погнали. Почему все время все чуваки просто даже не садятся? Стоят на моем самолете, ребят, я не хотел, опять я лечу с открытым окном, мне, наверное, сейчас очень неудобно. Ладно, так, Хайпер, ты где? Расходи, братан, будь болеть, как я. Хайпер, ты где? Ротом закроется. Хайпер, я тебя сейчас, где ты летишь? Где ты летишь? Нет, я, воу! Это ты, что ли, пролетел? Это я пролетел, да, так, животиком коснулся немного, это... Дороги, но не взорвался, самое главное. Так, все, сейчас Хайпер, смотри, сейчас что будет. Стоп, я ты умер? Да как? Так почему ты так быстро все время умираешь-то, ё-моё? Братан, так, минус, чувак! Самолет, у тебя почему-то вот этот велосипед улетает влево! Тихо, самое главное не врезаться. Так, а что это мне не зачитали, фраг? Я же чувака убить должен был. Вот этого сейчас чувака минусану. Здорово, пока! Ты тоже плака, боб, двоих расплющили. Ты понимаешь, то, что осталось всего два человека. Остался один только человек. Один... А где он? А он это сам, он тоже это возле бассейна вообще-то где-то. В смысле? Возле бассейна? Чего? Ну, 30 секунд осталось, и он просто говорит, грубо говоря, ты победил, можешь это. А, то есть смотри, то есть он где-то здесь, я в принципе могу приземлиться к нему. Где он? Вот он, вижу. Да! Чего? Смысл, он не умер? Умер. Всё, нифига ты. Пацаны, ну чё, может, лучше чаёка пьём? Хотя нет, я вегетарианец! Ха! Всё, погнали. Чего?
просто... Чего сейчас было? Так, Илья, бро, держись, стой! Надо чуваку помочь, все, ладно. Тихо, не едь туда, не едь туда! Стоп, уже был печальный опыт, связанный с трупами, поехали! Брат, поехали, все, поехали! Вот, на самом деле, я сказал, я, видимо, немножко тупой. Как хорошо, что это ты понял, вот серьезно. Вот, ребят, вы, кстати, наверное, заметили то, что мы сейчас играем, ну, я, по крайней мере, играю на другом аккаунте. Вот, и это связано с тем, что прошла большая волна банов, вот, и мой аккаунт, к сожалению, забанили. Причем, знаете, за что забанили? Вот, когда-то была такая, как бы, не знаю, какой-то был промежуток времени, когда читеры... Нет, когда читеры заходили... Вот он ее использовал, давал мне бабло, ламборгини. Да не было такого, не было! Когда читеры заходили в игру и могли дать определенному игроку какой-то уровень или деньги. Вот, и как-то раз просто читер зашел в игру. Олег? Я вижу, брат, спасаемся, аккуратненько. Вот, и как-то раз читер зашел в игру и просто дал мне 1000 уровень. Из-за этого меня забанили. Забанили тоже и Кирюху, и меня. Потому что Кирюхи тоже то же самое сделали. Вот, поэтому вот такая вот беда у нас, ребят. И... Я с вами не играл тогда. Да. Поэтому вот сейчас я играю. О, вижу, хайпер! Я так и знал, что он от меня самоубьет. Вот зачем? Тихо. Ну, хотя бы рекорд вроде бы поставили, доехали уже дальше, это меня радует. Вы готовы выигрывать этот раунд, пацаны? Вы готовы? Конечно, готов выигрывать вас. Не, я вот не понимаю, это традиция какая-то или что? Но вот реально, каждый раунд, который я играю за самолеты, ко мне все наверх садятся чуваки. Ну зачем это делаете, пацаны? Вот серьезно. Просто счастливый, если ты не залезешь на тебя, то будут... Это как, ну я говорю, это традиция, понимаешь, это традиция, примета такая, типа, если не залезть ко мне на самолет в начале раунда, то это будет слитый раунд. Вот, давайте заодно это и проверим. Я попробую пролететь. Фух, я сейчас чуть ли не задел там какой-то столб. И вот сейчас, чувака, давай. Нет, не получилось, так, ладно. Ох, слушайте, я так-то сейчас отвечаю еще за жизнь чувака, который сидит. Че такое, хайпер? Я да прям на конце упал, вот просто, знаешь, я держался. Опа! Я, по-моему, кого-то сбил там, подожди, я, по-моему, кого-то сбил. Если он, конечно, не упал вниз, то, по-моему, он не упал вниз. Или что? В смысле, он упал вроде, почему мне не дали фраг? Какого фига, я не понимаю. Слушайте, пацаны, я так-то еще в ответе за одну жизнь, потому что чувак сидит в моем самолете, и я отвечаю за него. Если умру я, то и погибаю он, так что... Мне надо поаккуратнее. Оп. Да давай же ты, ну ё-моё! А, как же тяжело управлять этим самолетом, как будто... Слушайте, вам не кажется, или мне вот почему-то этот самолет напоминает, как будто это летучая мышь какая-то, не знаю. Потому что у тебя шасси... Бэтмен? Это чё за... Это кто там большой самолет взял? Не я. Это тяжелая артиллерия, только вопрос, что он сделает с помощью это этого самолета. Сергей. Я понял. Сергео Ромеро. Давай, а почему вот вы, нам можно, а мне нельзя, вот, слышите? Отлично, сбил чувака, сбил. Вот вижу еще одну цель, которая едет прямо на меня, давай. Слушайте, а больно красиво. Так, сколько фрагов я уже сделал, мне интересно, в этом раунде. Ну, вроде бы достаточно много типов я скинул. Не знаю, что там. Бас, короче, да как так, там же оставалось его. Опа, на. Здорово. Дай пельмешки. Что? Я как там взорвался, как я взорвался об куст, с какого фига, что это было сейчас такое? Это нечестно, вот это неправильно. Олег, у меня идея довольно-таки да, такая. Какая? Погнали вон большой самолет. Нет, брат, твой лучше в этот сядем. Не поможет. Илья, иди сюда. Твой лучше вот в этот сядем. Подожди, я хочу пострелять именно отсюда. Если это, конечно, возможно. Вот, красный самолет стоит вот такой. А ты туда? Ну на нем поприкольнее, мне кажется. Смотри туда. Мне кажется, зеленый лучше. Подожди, туда, а не как кажется, же знаю, залезать? Сейчас получится. Так, я залезаю в кабину и за пулемет. Опа-на! Отлично, все, я за пулеметом. Брат, а ты где? Была бы тут бамбушка. Вот, Илья, ты где? Илья, я брат... на Титан побежал. В смысле, это каргоплейн. Ты это огромный самолет такой взял, да? Это да. Боинг 888. Ну, че мы не взлетаем? Давай, погнали! Давай, мне уже не терпится. Это каргоплейн? Под юбочку не подглядываю. Серега! Ясно, минус Серега. Так, все, взлетаем. А, их уже, знаете что, вот мы только взлетели, да, а их уже осталось 3 человека. 2. Вот как, объясните мне, пожалуйста. Нет.
Сейчас не помешали бы слова Паши. Кек лол, дальше без комментариев, да. Вот, вижу чувака, блин, неудобно на самом деле стрелять от чего-то, но я буду пытаться. Я лечу, пацаны, бочка, чекайте. Опа-на, давай. Стой, пожалуйста, брат, не взрывайся, пожалуйста. Минус я. Я надеюсь. Взорвись. Нет. Олег, сколько твой хомяк весит? Я уже умер. Хомяк? У меня нет хомяка. Ну что, пальчик Лорана и Лары, я с вами всегда, вот, по... да. Я всегда у тебя есть, ну, Хайпер, ты реально, можно переводчик, пожалуйста? Мне кажется, когда знакомимся с Хайпером... Следующий раунд, погнали! Он заносит, как, ё-моё! Я должен, я прям чувствую, я прям, стоп, а чё их, а, всё. Если вы не знаете язык Хайпера, то вы не видели жизни. О май гад, отлично, просто, Серёга, ловлю, брат, живи! Ё-моё, ребят, сейчас меня вот чуть не снесли, на самом деле. Я просто сейчас был на волоске. Еще типок сейчас сзади нас, и мне кажется, нам сейчас попа. Нет, не попа, все окей. It's good, все хорошо. Слушайте, вот у них там самолет, вот этот красный, на котором мы летали в предыдущем раунде. Нет, вот ребят, на скажу по секрету, короче. Это, знаете, пацаны, короче, иногда Олега ест медведь, но иногда медведь ест его. Что это значит? Пожалуйста. Я что-то не понял сейчас. Переведите мне. Вот. Ребят, скачивайте, пожалуйста, когда вы смотрите серию нашу, есть Хайпер, скачивайте, обязательно переводчик Хайпера и ссылка в описании, все дела. Вот, но без этого реально не будете понимать вообще ни слова, поэтому обязательно реально надо. Отлично. Так, вот, слушайте, вот прыжками буду делать. Прекрасно. Отлично. Только я вот сейчас чуть не упал. Я обожаю людей, которые вот эти вот на самолетах. Тихо. Есть. Я прям чувствую, что сейчас дойду до конца. Вот самое главное сейчас не наложить, как это было в прошлом раунде, но там прям вообще было пиздец. Вот, ща. Чего? Ну как был, ой, тихо. Что было? Ну как я наложил, ой, не, ну в плане облажал, ну в плане, том плане, что я упал, видел как умер, ну это бред было вообще. Так. Смотри, здесь я вижу все. Смотри, просто все летают. Это было близко. Это было очень близко. Так, вот самое главное, мне реально нужно следить за тем красным самолетом, потому что это единственный чувак, который постоянно очень близко пролетает мимо нас. А что он факт? Смотри, как я вот быстро еду. Ребят, это скорость, вот та скорость, которую я развиваю, это суперскорость. Мне кажется, тот самолет, который там вдалеке сейчас. О, я вот так прыжками буду. Во, супер, разгончик хотя бы пошло. Поехало. Ой, нет. О да. Найс, твоих двоих просто убрали. Нет, братья! Все, они хотя бы, смотри, у него крыла больше нету. Отлично. В смысле? Отлично, все, я остался один. Я дойду до конца, я это сделаю. Нет. Я дойду до конца, я это сделаю. Нет. Я это сделал. Давай. Осталось, вот, я вижу уже финишная прямая, почти. Давай, осталось только нет, спуститься. Это еще не ну почти где? Же. Нет! Ой-ой-ой-ой-ой, это очень близко было. Я выживу. Я это сделаю. Все, давай, нет, теперь ускорение. Ты не выживешь. Да. Вы видели, что чувак делает? Смотри, что он делает, он берет самолет. Нет, даже пацаны, не думай. Пацаны, вы видите на карте Боинг? А что у меня включилось вид от первого лица? Олег, видишь Боинг? Подожди, а куда мне теперь? Вот сюда. Фух, я думал уже, что все. Я тоже первый раз, когда залетел. Так, а теперь что, я беру гидру? Направо или левый? Я вот беру, значит, правый, окей, все, сажусь. Отлично, ребята, я доехал до конца, отлично! Это очень хорошо, я прям рад этому, потому что мы 2 часа пытаемся записать это задание. Отлично! Так, слушайте, только у меня осталось ровно 30 секунд, чтобы взлететь, поэтому надо немножечко поторопиться. Так, еще бы, конечно, вылететь отсюда как-нибудь так, чтобы не затеять ничего. Стараюсь. Вроде нормально получается, контролирую полет. Нет, не контролирую, все нормально. О, все, идеально. Готов? Ну что, поиграем теперь, да? Я готов. Я готов. Чё, кого первого? Я понял, первая цель. Так, давайте я сразу. Ну, довольно. Ясненько, я вылетел за карту, у меня время кончилось, оказывается. Ты, Хайпер, каждый раунд вылетаешь за карту. Вот у тебя реально что-то не так, Хайпер. Да мне просто жалко тебя. Минус, все, минус. Смотри, просто минус сейчас. Большой самолет сносим. Это первая моя цель. Вот. Давай, ну, чё, ракета. Да на велосипендришке ударился, убил. Он умер? Нет. Вот, Терри умер, отлично. Так, где вторые чуваки там? Где моя вторая цель? О, смотри, по мне еще и стреляют. Оп! Оу! Там что, в миллиметре пролетели друг друга?
Так, ну, ребят, вы же понимаете, что вы долго не продержитесь. Я лучше, наверное, возьму сейчас пулемет. Знаешь, у меня ребята так-то мощные, они тебя сами отхерачат. Ответка, да, вот возьмут самолет. Ну, вот, давай, смотри, я готов, короче, я готов поспорить. Знаешь, сальтухой такие отобьют тебе с вертушки, с ноги, короче, от самолета. Минус, так, так, до свидания. У твоих мочканул, так, и сзади меня клиент. Это самые слабые просто были. Так, вот сейчас сделаем вот так вот, такой вот маневр. О, пропустил вперед, ой. Тихо, тихо, слетай, пожалуйста. Где он? Где он? Кактус Леха. Где он? Он справа, как. Я не могу понять, где он. Слушайте, мы сейчас так долго будем кружить, походу. Давай, ну! Он тебя стреляет. Подожди, где он? Он сзади. Все, вижу, вот так вот надо развернуться сейчас. Должно помочь. Давай. Где он? Вот он. Все, поймал. Да! Победа! Победа! Я это сделал! Да! Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя серия по GTA 5 Online подошла к концу. Надеюсь, она вам понравилась. Поставили лайки, подписались на следующий канал. У нас с вами были сегодня, как всегда, Кофи Клейнс, который что-то ушел, у него вылетел походу интернет, Хайпер и Иксайл. Не забудь подписываться на канал, оставить много-много лайков и, конечно же, писать приятные комментарии. Ну а на этом сегодня все, и всем пока-пока. Покусики кукурузики. Ебой! Всем отпусти.